Здравия желаю, капитан. Капитан Биша, у меня форма слетела, представляете? Голубец, бля, телепортировался за дверь. У меня форма слетела. Я вижу, что у тебя форма слетела. Главное, чтобы ебальник на месте остался. Форму снимай скорее. Так о чем? Мы же с тобой всегда нормально, типа. Я вырос из наших отношений. То есть это типа не ты меня бросаешь, а... Нет, это типа меня перевели в пятый, а ты остался в четвертом. Биша общается только в присутствии своей правой руки. Не, рука для дрочки, в сторону. Столько людей заинтересован твоим коллективом. Что ты от меня хочешь? Так, в смысле, мы с тобой всегда дружили. Как это? Мы с тобой всегда не дружили. Один раз я перепутал технику, когда сел в твой летающий аппарат. Как можно было перепутать истребитель с двумя танками на борту? Ты когда смотришь... Профиль я тебе вижу на стриме, у тебя нос тоже горбатый. Зачем ты меня разглядываешь? Так, а я не понимаю, почему ты против меня? Да какой против тебя? А какие эти претензии к армянам? Да? Начал бугорозить. Ладно, хочешь я пойду к нашим ребятам? Каким нашим? Он стоит. Тоже охранник. Да, что вам нужно? Вы кто такой боец? Снимите член. Что у вас за переписка такая, как КГ? Я являюсь оперуполномоченным на базе. Шип, да что ты меня подставляешь еще? Уведи, блядь, свой народ от моей. Так я же ничего не делаю. Я не говорю, что ты что-то делаешь. Фанаты, приведи их нахуй. Хорошо, я их увожу. Тогда я в 502-м, хорошо? Спасибо за донат. Держите монетку. Так, фанаты, разошлись! Фанаты, разошлись! Прямой приказ Бишопа! Я разгоняю фанатов. Так я его разгоняю, он фанат! Выполняйте свой долг, добирайте его. Ну уйди, фанат! Все, не заходите. У меня все фанаты, кстати, в красной форме. Так, Рашила, два шага назад отсюда. А еще что? А еще что? Попал не в того. Лошара. 260 азимут, жок. Маневрируйте в ёлках. Охуенно сманеврировал. Ебать, страйк. Кстати, сейчас я поставил 1500 километров. Сейчас я хочу посмотреть, я дострелю до базы. На базе сейчас есть какие-то взрывы? Да, попал, там ты попал, твой ты имбецил. Реально? Охуеть, я за 1500 километров попал. Подождите, на... Как всегда, снайперский выстрел попадает абсолютно тогда, когда это нахуй не нужно. У нас же база под куполом, как я попадаю? Придурок, это купол не рабочий. Я вам нужен тогда. Здравия желаю, Конеки, здравия желаю, Лимон. Привет, Шизик, и я тебя рад видеть. Как назвал? Ты же понимаешь, ты мне ничего не сделаешь. 104-й, просьба доставку принять. Подарок от Эльдорадо. Помощь, ты понимаешь? То, что ты сейчас покажешь, со стороны аутиста кончен. О, вот он флип челлендж. То, что ты сейчас покажешь, со стороны аутиста кончен. О, вот он флип челлендж. Ты посмотри, как она упала. Специально фалси мешать. Синий один выполнил посадку на базе. Синий один, взлетайте, срочно. Этот командир базы, синий один состояние. База, синий один, все в порядке. Командир базы, наблюдаю, у вас капсулы. Все в порядке точно. Вижу взрыв. Ну, тут я объяснили нам пишут. Я не услышал задачу. По пути объясняю. Старое мне объяснить? Конечно, конечно, конечно. Моя правая рука. Хорошо, мое левое яичко. Клон командор Сильверхенд. Жду. Хорошо, ладно. Капрал Волкер. Думаю, капитан Фаулс все-таки справится с командованием. Нет, 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 нет. Нет, Волкер, Волкер. Не-не, я ебал. Волкер? Уверен? Да, да, я ебал. Но у меня слишком большой хуй. Ты соглашаешься с тем, что я ебал, да? У меня слишком большой хуй для такой операции. Понятно, микроскопа нет, поэтому проверить не сможем. Ладно, Волкер, выходи из строя. Дети, брау, я вижу вашу душу. Бля, киньте косточку, он в сторону убежит. Отлично, стреляем. А, сколько тебе лет? Мне много. Ну сколько примерно? Ну, тебе 8 лет хватит. Знаете, что я могу сказать? Мне нравится, что у нас очень много мата в нашей речи. Среди нас тут маленькие девочки. Всегда поднимали настроение. Поебало. Очень люблю тебя. А, господи, ох уж эти донатные голоса. Речи. Среди нас тут маленькие девочки. Всегда поднимали настроение. Поебало. Очень люблю тебя. Я теперь понимаю, почему вы каждый раз на меня так плохо реагируете, потому что вы завидуете моей сексуальности. Что я нравлюсь, да, всем девочкам. Мужики, можно одну кнопку попробую нажать? Я просто хочу посмотреть. Все отошли от него. Не, просто вот... Как ты здесь оказался? Работает. Больше половины группы в 300. Здорово, мужики. Где бы... Просто разлетелись. Я вас отправил в этот, в лимб. Я видел такой чудесный. Да, реально. Не было тебя. Кто стреляет? Ебать не должно.
Блять. Да как он не знает, кто мы? Мы группа Стекловата, ёбана. У меня здесь вахта. Ё-моё, вы чё, республиканцы, что ли? Ну а кто, ёба народ? Демократия, здравствуйте. Триндец, теперь мне точно конец. Стоять, бояться! Остановись, руки вверх! А ещё чё? Ты кто вообще? Я тот, кто тебе прострелит колени, нахуй. Это типа республика такая, да, добрая? Где мы сейчас находимся? Отвечайте на вопросы. На территории КНС. Квадрат, ровно, назовите квадрат. Не знаю, какой. Покажите на карте. Вот, слышь, мне передал карту, слышь, мне дал ручку, слышь, мне. А у нас что, сейчас симуляция, что? Что происходит? Разведка разобрала решение от меня боя. Не отрабатываю. Итак, боя с каждым гражданским. Вот я ствол направляю на безоружного... Гражданскому ему похуй. Если бы мы играли на РП-сервере, они были бы клонами, такого бы быть не должно было. Бля, мужики, в реале я бы отсосал бы кому-нибудь, если бы ко мне пушку в виску. А ты бы и без пушки отсосал. Хочешь это вообще лютым, чувак? Видишь, он тот на воздухе Азимут 104. Днем наш пленник. Пленник это к вам команда. Хеликоптер, хеликоптер. Имейте в виду, я собираюсь зависнуть над ним, а потом спрыгнуть. И прям на него, поняли? Ты тупой, ты тупой! Оху, пробуем. Я вижу его. Прощайте, Дима. Докладывает Киндо, повторите. Доклад. Кто докладывает? 104 запрашивает дальнейшее указание. Здорово. Привет. Докладывает автопилотка, мне сам подсел другой ваш боец. Теперь вы должны заплатить 1 500 000. Докладывает БСО. Прием, я сел за пилота. Прием, куда достать? Удивительно, что он не в мэры получилось. Стоит птичку. Докладывает на кфаун заложник. Охуеть, что я сделал, блядь. Все такие, как обычно. А в него никто не верил. Да он сам в себя не верил, судя по всему. Вы же на специализации его правополномочный, правильно? Да, да, правильно. Там гражданский хочет получить разрешение на охоту на территории республики. Хуй ему, нахуй. Ну, сходите, объясните ему, что хуй. Это без базарова. Часто ли гражданские со стволами в камуфляже ходят с бронежилетом? Очень часто, не поверю. Мне приказали вам сказать, пошел ты нахуй, дружок. Ни хрена себе заявление. Мы только запрещаем. Что ты мне пиздишь, вы часто разрешаете. Ты сейчас довыебываешь. Не, ну я сейчас на зайчику хочу. Ладно, ты допизделся. Вкладывает голевое заболевание, обычно используют 60. Обидно! Какой спокойный чел! Ну что, все тебе? Ладно, разрешаю тебе стрелять за зайчик. Ну ты еще, блядь, дверь открыть не мог, ёбана. Пауз, ты извинись перед ним. Ладно, извини, я не знаю за что. Скажи, пожалуйста, зачем ты нашего бойца в 200 отправил? Пиздец. Я реально я вот... Я понимаю, тебе похуй. Ты на похуизме мне отвечаешь, я понял, все. Нет, нет, нет. Подожди, подожди, да я помню. Да хули он меня не слушает, уёбище. Он плакать. Подожди, Дракс, это вот этот хуесос, который вон там стоял, что ли? Перед вами закрыл дверь. А, так он уёбище, ебаное. Я заезжал, этот уёбок передо мной ворота закрыл. Может быть, потому что вы приехали не пойми на чём. Тебя, ну, вот реально, тебя никто не спрашивал. Включил просто агр. А чё он не поднимается? Почему перезарядка хила, если я никого не похил? Тихо, я сейчас подниму его. Пластину ему оттягивают. Нихуя, мужики, может кто-нибудь не пластину пооттягивает пару раз. Господи, боже. О, тебе сообщение пришло. Блядь! Пизда, блядь. Спасибо, нахуй. А чё он юзнул? Он не рядом, эти кнопки, да пизда. Зачем шашлыки устроить? Это нелегальный митинг, расходимся. Или мы вынуждены будем применить силу. Вы пришли на деньги госдепа. Все, каждый из вас на деньги го... Опа, нападение на оперуполномоченного. Бля, промазал. Бля, я промазал немного. Но главное... Немного. Ну и вот я захуерил, верно? Бля, ты все, ты просто... Shut up! Shut the fuck up! Бля, братик, не жалко. Спасибо огромное. Вышел из Вова, нормально. Пожалуйста, вы видите? Вас доктор отпустил. Пропустил ударчик. Лошара ебаный, бля. Я человек-паук, бля. Браточек, у меня паучье чутье. Вот он ваш, дружелюбный сосед. Пошел нахер. Ты как с дружелюбным соседом общаешься, уёбище? Всё, заткни, шутки не смешные. Если ты дружелюбный сосед, ты не знаешь, что твой сосед тоже дружелюбный, так что пошел нахер. Тоже верно. Пойди.
И правильно, нахуй. Так с ними надо, ебать. Паус, ты с нами едешь или, блядь, куда? Какой вкус, имба, энерги, самый бот. Паус, хорошо, тебе стримить, ответь, какой вкус. Не знаю, мне нравилось. Сперма, вкус нормальный. Паус, сливай. Зачем, нахуй? До твоего уровня никогда в жизни, гвардеец саный. Это не смешно, на самом деле. Опять ранее. Теперь ты сраный. Кто пошел нахуй? Я пошел нахуй. Может быть, ты пошел нахуй? Вы спикай. Да пиздился. Паус, будешь анекдот? Да, да, давай. Одного деда ебали до обеда, другого после. Кому было хуже? У кого ши... У кого... Да все, все, заткни, тебе было хуже. Спасибо, но это слишком бесчувственно звучало, чтобы я это подставлял на запись. Посмейтесь как-нибудь хорошо. Буса как на два клоуна, и один другому говорит. Что-то уже и не смешно даже. Смейся. Боевая задача — попустить лейтенанта Фауста. Засали все кадеты, вам дан был приказ, а вы засали. Позорники, вам был дан приказ, а вы засали. Ну чё, еблан, допизделся? Чё оружие достал? Допизделся? Ты проиграл. Я победил. Нихуя ты. Если вы знаете, в каком подразделении служить дальше, то я прошу вас построиться в ровной колонны перед советом всех подразделений, где вы хотите служить. Здравия желаю, капитан. Я новенький, я кадет. Рапорт о переводе непосредственно открываешь, находишь, там копируешь. Выше кто-нибудь писал рапорт, вот копируешь и вставляешь только своими непосредственно данными. А чем мне отказывают? Чего вы мне отказываете? Там проставь. Поставьте галочку. Все, сейчас поставлю. И чтобы файл... Убрал. Файн должен убрать сейчас. Иди на сервере людей кошмар. Он мне написал. Иди. Отъебись от этого канала животное. Иди на сервере людей кошмар. От обороны играет. Немного. Да, очень немного вариантов, мужики. Просто блядь. Поставьте мне галочку, блять. Конеки. Конеки, просто галочку. Блядь. Я не хотел. Клянусь богом, я не хотел. Я скриню, мне поставили галочку. Видите, а мне говорят всегда, что я не могу по-нормальному, как адекватный человек. Вот. Галочки я получил. Меня как дал-то... Спасибо за просмотр. Увидимся.